Съездили за дровишками. Ну, потом переберем, чистенько отберем. От этого всего. Вот. Слава. Вот. Как вы думаете, что собирает Александр Владимирович? А он собирает чистейший пенициллин. Вот. Борода. Называется борода. Растет на пихте он. Ну да, на пихте. Основное на пихте. Очень долго растет. Получается вот такая вот, ну, такие вот штучки. Очень-очень-очень полезно. Это чистейший пенициллин. Заваривать чай, прикладывать к ранам. Все лечит. Вот он. На ветках его было очень-очень-очень-очень было много. Этого пенициллина. Вот он. Такой вот пенициллинчик. Вот. Свалили сушинку. Пошинковали. И на ветках рос пенициллин. В народе называют борода. Пили мы с ним чай. Ну, очень вкусно. И полезная штука. Срывается с веточек и укладывается в мешочек. Буквально проехали чуть-чуть вверх и там вот увидели сухую пихточку. Бензопилой ее спилили, пошинковали. И теперь у нас есть дрова и есть пенициллин. Очень полезный, всегда нужный. Всегда пользовался природными богатствами. Все, что растет в лесу, все используется и для еды, и для лечения. Все. Корешки, ягоды. Все, что есть в тайге. Тайга и накормит, и вылечит. У нас имеется. Имеется, что у нас имеется? Лечебная настойка. Просто дура. Ну, тогда что, выключаем? Да.